Усть-Каменогорск, улица Мызы. Одна из известных улиц города, которую знает, наверное, каждый житель. Сегодня улица Мызы знаменита, пожалуй, только оптовкой, где можно купить продуктов подешевле, да парой-тройкой бесполезных торговых домов. А ведь когда-то она носила совсем другое название и была вовсе не улицей, а переулком. И назывался он «Кирпичный», названный так в честь кирпичного заводика, который располагался неподалеку. В 50-е годы был построен завод приборов и трамвайный парк, а напротив стали расти благоустроенные многоэтажки. Так и превратился переулок в улицу. В 1965 году в честь 20-летия Победы улицу переименовали в честь нашего земляка, героя Советского Союза Владимира Ивановича Мызы. Владимир Иванович Мыза родился в 1915 году в городе Усть-Каменогорске в семье рабочего. Окончил 3 курса Омского художественного техникума, работал художником на коксохимическом заводе в городе Кемерово. В мае 1942 окончил Кемеровское военное пехотное училище. В действующей армии с июня 1942 года командира роты, заместитель командира батальона 185-го гвардейского стрелкового полка, 60-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я армия, 3-й Украинский фронт. В ночь с 25 на 26 ноября 1943 года батальон 185-го стрелкового полка 60-й гвардейской краснознаменной стрелковой дивизии, которым командовал капитан Мыза, успешно форсировал Днепр, выбив противника из траншей. Батальон захватил плацдарм в районе села Разумовка, Запорожский район Запорожской области. За 3 последующих дня батальон с боями продвинулся на 14 километров, отбив 13 ожесточенных атак противника и нанеся ему тяжелые потери. 5 февраля 1944 года в бою у села Новоивановка, Никопольский район Днепропетровской области, Владимир Мыза был тяжело ранен, умер 6 февраля. 22 февраля 1944 года Владимиру Ивановичу Мызе посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, награжден орденом Ленина и медалями. Похоронен у села Новоивановка. Именем героя названа одна из улиц Усть-Каменогорска и Кемерово. Мемориальная доска установлена в школе, которую закончил Владимир Мызе в городе Усть-Каменогорске и в Доме кино в городе Кемерово. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.